Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В эту дату принято проводить тематические информационно-пропагандистские мероприятия. Сотрудники госавтоинспекции городского округа Щелково решили организовать специальный проезд по центральным улицам города, с машиной, которая была разбита в реальном дорожно-транспортном происшествии. Данная акция направлена на то, чтобы максимально привлечь внимание граждан к проблеме аварийности на дорогах. Демонстративно жителям города хотим показать, какие последствия дорожно-транспортных происшествий могут произойти. Соответственно, будем призывать всех участников дорожного движения, будь то водители, будь то пешеходы, неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения, быть внимательными, аккуратными для того, чтобы избежать ужасных последствий. Сотрудники ГИБДД также раздали гражданам на улице тематические листовки с правилами дорожного движения. Они в очередной раз напомнили жителям о том, что за собственную жизнь и безопасность на дороге отвечают только они сами. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.